ЦСКА я болею с 44-го года. Ну, это футбол. Я слушал репортаж по радио о футбольной игре и заболел футболом. И хотя ЦСКА проиграл, я остался им уверен. В 47-м году я стал заниматься легкой атлетикой в детской спортивной школе ЦСКА. То есть стал полноправным членом этого коллектива. Одел майку со звездой, выступал в ней. И, значит, поэтому во мне течет синяя-красная кровь. Уже никуда не деться, я не представляю другие клубы, которые можно отдать свое сердце. Где-то в 50-е годы, я помню, значит, баскетбол играли около западной трибуны стадиона «Динамо». Там баскетбол проходил, вот я там частенько был. Ну, он мне очень нравился, Алчичан. Один из любимейших моих игроков. Но поскольку вот у меня работа была связана с командировками, я старался их приурочивать к играм и выезжал. Вот. Вдруг приходит мысль, что хорошо бы поехать. И тогда эта мысль начинает обрастать реальными очертаниями, и чтобы можно было билеты, гостиницы и прочее, прочее все это. Но мне хотелось Мюнхен посетить, я, поскольку не был. Довольно интересный город. И вот в этом году в Евролиге Бавария участвует. Вот я решил воспользоваться этим случаем, съездить в Мюнхен. На Евролигу я беру шарф. Но эмоции неуправляемые. Трудно сказать, как я, не знаю, со стороны виднее. Я иногда очень переживаешь, когда там особенно проигрывают. И когда какие-то невероятные мячи залетают. Это очень захватывает. Очень крутой болельщик, несмотря на то, что он довольно-таки возрастной, он везде, во всех выездах старается поддерживать нас. И так же, как и остальные болельщики, прыгает, поддерживает и даже танцует. Постоянно ходит к нам на матчи и по возможности выбирается за границу. А со мной такие отношения теплые с ним сложились уже давно. Я подвожу его в основном после матчев до метро. На наших играх он заряжается. Наверное, энергия ЦСКА дает ему вот этот вот заряд жизненной энергии. И, в общем, спасибо ему, что столько лет он болеет. И это, мне кажется, такая формула и показатель настоящего болельщика ЦСКА.